Никогда ранее не варила супы с печенью, и первый эксперимент с этим рецептом меня очень порадовал. Вкусно, сытно, необычно. Советую всем приготовить этот чудесный супчик на обед. Суп по этому рецепту получается очень насыщенным и сбалансированным по вкусу. Поэтому рекомендую точно следовать рецепту и соблюдать всю технологию приготовления. 1. Картофель очистите, нарежьте кубиком и положите в кипящую воду. Варите минут 7. 2. Печень промойте и порежьте. 3. Лук и морковь почистите. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терке. 4. Обжарьте печень с ложкой растительного и сливочного масла. 5. Обжарьте лук с морковью в течение 5 минут. 6. В кастрюлю добавьте зажарку и печень. Варите минут 10. 7. Добавьте вермишель, лавровый лист и варите до готовности вермишели. 8. Подавайте с зеленью, сметаной или по своему вкусу. Приятного аппетита!